Итак, всех приветствую, дорогие друзья, на связи Грим Оптимист, и сегодня у нас очередной спецрепортаж с теста патча 9.1, и сегодня я не в единственном здесь экземпляре, также присутствует Артаут, которого вы все так давно ждали. Ну, привет. Да, и присутствует зам командира клана Грим Максим. Привет, хоть и не ждали, всем привет. Вот, и сегодня мы будем испытывать, скажем так, нововведения, которые были добавлены в этом патче. Вот, ну, по ходу мы будем рассказывать о них и показывать. Поскольку в основном изменения в этом патче коснулись карт, то показывать мы будем карты. А, забыл сказать, то, что также сегодня присутствуют у нас бойцы тоже клана Грим, которые будут, скажем так, в качестве массовки кататься, чтобы не было скучно. Ну, давай, Макс, тогда нажимай, наверное, в бой. Вот, и отправляемся... Приехали. Отправляемся мы сейчас на карту Харьков. Это новая абсолютно карта, городская карта, все так ждали ее. Миша, ты ждал городские карты? Просто кушать не мог, ждал городскую карту. Отлично, Макс, наверное, тоже ждал, да? Ну, я уже успел съездить на ней, я ждал меньшего, чем получили на самом деле. Тут такие лабиринты, страшно, страшно в этом городе будет быть. Ну, это хорошо, потому что мы, конечно, все любим карту Камарин, но, тем не менее, как-то город больше импонирует. И действительно, карта... Так, сколько метров, интересно? Вот тут почему-то не пишет, но мне кажется, что она довольно большая. Пишет, потому что у тебя патч. Что-что? Не она пишет, потому что это не мод. Блин, вы одновременно говорите? Ну, ладно. Видишь, такие горы или чего-то... Это все игровое пространство. Супер. Неужели разработчики научились делать так, чтобы было играбельным не 30% карты, как обычно, а больше? И еще важный момент. Сейчас мы покатаемся по этой карте. Сначала я хочу посмотреть место, где будут биться СТ-шки. То есть это, я так понимаю, левый верхний угол карты. Да, и... Не факт. Ну, не знаю. Короче, езжу я на Толстопарде. Вот это легкий танк 6 уровня, да, Германии. И его апнули в этом патче. То есть ему добавили динамики. Вот, но, в принципе, по-моему, кроме динамики ничего особо-то не добавляли. Вот, пушка у него осталась прежняя. Вот эта фугасница. И если посмотреть здесь на карту, здесь тоже есть какой-то небольшой... какие-то дома. То есть... Ну, я тут, мне почему-то показалось, что здесь будут просто какие-то горы, а здесь как бы тоже есть где спрятаться. Эти дома ломаются, интересно, нет? Нет, не ломаются. Ну, как вариант, деревянные ломаются, как обычно. Не, вот эти вот... Кстати, и звуки игры поменяли, да, важный момент тоже. Поменяли звуки игры, кстати, да. Довольно прикольно звучит. А, да, вот этот деревянный сломался, а вот эти вот двухэтажные, кирпичные, они не ломаются. Я вообще люблю очень дома, которые не ломаются. Потому что от них можно... За ними можно от артиллерии прятаться. Так, Миша, как тебе динамика Толстопарда? По-моему, полный шлак, если честно. Она и была всегда. Нет, ну серьезно, это легкий танк, и он ездит как Е50М примерно. То есть у него примерно такая же поворотливость и примерно скорость такая же. То есть он ездит как... Ну не знаю. Ну короче, это ему не помогла. Ну серьезно, вот Макс, смотри, ты ездишь, да, вот я поворачиваю, я реально езжу как Е50М. Это же вообще полная жесть. Не знаю, я вот просто специально сейчас круг нарезал, чтобы показать динамику. По-моему, легкий танк... Там, Миш, на 2 уровня, да, уровень боев снизили? Насколько мне известно, только на 1 спилили. На 1, да. Ну, ладно, не будем утверждать там. Тем более, еще все может поменяться 10 раз. Это все-таки как бы предварительный. Но факт в том, что... если они будут попадать... Не будут попадать к десяткам, то, наверное, еще нормально. Кстати, по поводу орудия... Вот тоже у Толстопарда было много вопросов. У него раньше, как, ну, наверное, все помнят, они нагибали на кумулятивах с фугасницей. Там 150 пробития, там 300, там сколько, сейчас даже посмотрю. 350 повреждения, пробитие сейчас 104, а раньше было 100, по-моему, то ли 50, то ли 160. А сейчас вот я выстрелил в объект 140, и вы видите, что я его просто не пробил фугасом. Это при том, что это как бы средний танк. Броня не пробила. А, я кумулями стреляю, ё-моё. Чёрт. Чёрт. Ну, я вот как не типичный ездок на светляках, даже не понял, какую пушку мне поставить. Поставил не фугасницу. Это нормально вообще? Ну, сейчас тебе там в комментариях напишут все, что про тебя думают. Но а если серьезно... Ну, ребят, украсненький спросил. А если серьезно, то почему бы и нет? То есть, я не знаю. Каждый ставит то, что хочет.
Ну, в целом, то есть карта, я вот сейчас продвигаюсь к вражескому респу, надо посмотреть, мне просто интересно, там где-то можно прятаться вообще и так далее. Но пока вот я еду по карте, мне в принципе все нравится, то есть карта, судя по всему, большая, мне почему-то кажется, что она километр на километр. Это так. Да, и... Но не меньше. Ну, говори, говори. Я говорю, она точно не меньше, но это приличный размер карта. Да, и вот я тут смотрю, то есть вот круг, да, здесь правда прятаться негде в круге, хотя нет, вру, есть, вот. Куча мусора, и по-любому, вот если, допустим, оттуда будут ехать, да, а я, допустим, беру базу, то я вот здесь могу встать и пытаться ее взять. Как же разрабы кучу мусора прямо посередине не поставили? Ну, не знаю, всегда, по-моему, на многих картах есть такая штука, когда вот на где-то возле... Так, базу мы не будем брать, давай уедем, то сейчас выиграем еще. Да, поехали ты вот туда, где площадь. Да-да-да, ну, не, мы по кругу все как бы исследуем потихоньку. Блин, я это, там уже попытался. Это пушка. Так... Кстати, заметьте, какие пространства большие. Тут все-таки. Ну да, то не есть. Такая карта, как раньше у нас были городские, где налеплено маленькие узенькие улочки, здесь все широкое. То есть тут есть и где спрятаться от арты, да, и в то же время есть где получать от ФВ на полном ходу на открытых пространствах. То есть да. Нормально все. Но здесь вот просто. Здесь очень интересные. Разные тут укрепленные районы понастроены. Да, тут несмотря на то, что как бы открытая площадь, да, ну смотрите, вот, то есть, вот, пожалуйста, гора какого-то хлама, тут можно прятаться. То есть зарубы здесь тоже будут. Мне кажется, эта карта вообще, наверное, самый лютый вин среди всех карт. Ну, по крайней мере, так вот, предварительно, да. За последние, наверное, года два. Или даже три с половиной, сколько я играю в эту игру. Ну, я шучу, конечно, но суть в этом. Я нанес 137 урона 121 в борт. Просто вот многие спорят про орудие толстопарда, да? То, что как бы там против десяток. Ну вот фугасами, то есть я нанес 150 дамага в борт. Как вы понимаете, это ну... Ну вот 81. Кумулятивы, сами понимаете, пробитие 100. То есть стрелять ими можно будет только по французам всяким и так далее. То есть, ну... Так, у нас базу берут, черт возьми, пацаны. Загудели. Вот, давай проедемся вот здесь еще. То есть, пока мне лично карта очень нравится. Вот, не знаю. Ну, своей шириной она просто воодушевляет. И кустов не так много. Ну, они есть, конечно, но их мало. Я люблю, когда кустов мало. Тут вообще просто как, вот, как бы железная дорога, да, это или что, я так и не понял. Нет, не, да, железная дорога. Вот, и... Ну, это ведь железная дорога, да, ребят? Или нет? Или... Трамвайные пути. Трамвайные, да, пути. Вот, я тут смотрю, что-то больно маленькие, думаю, они для железной дороги. И здесь, как бы, ну вот, честно говоря, я с трудом представляю, как будет все это происходить, потому что вот смотрите. Смотрите, ребят. Блин, я впилился в ежи противотанковые. Короче, здесь просто все открыто. То есть, если сюда кто-то поедет, да, вот, ну. Не знаю, тут как бы все простреливается. Ну, все равно тут как бы есть где спрятаться при желании. Так, чтобы нормально. Ой, тут можно сказать слова сочувствия тех людям, которые играют без модов. Представь, вот без мода засветки. Где там светился? Пойди его найди. Тут ну да. Просто вот. Ха, я пробил 50Б фугасом. Или кумулем пробил. То есть, короче, я не знаю, вот насчет карты, как бы давайте еще это, центр посмотрим. Давайте, вот эти центральные улицы. Да. А то напишут то, что мало посмотрели. В принципе. Конечно, вот карта реально очень сложная. То есть в том плане, что вот с первого раза вы не запомните, где нужно ехать, где что и так далее. Это 100%. То есть на ней надо будет отыграть там несколько десятков боев, чтобы более-менее разобраться. Вот в этом я уверен. Макс, как ты считаешь, вот в рот, как ты, как человек, который играет в ротах, даже там иногда командует, как вообще эта карта будет? Ок, не ок? Ну, был наш ротный командир, Антон, уже на этой карте, он сказал, это ад для ротного командира, как расставить... То есть куча тактик, да, там и так далее? Заставит задуматься командира. Да, такой, вашу мать, куда я попал, где мои вещи, такой, да? Понятно. А то они расслабились на старых картах. Ну, это заставит забыть. Ну,
Не знаю. Короче, предварительно карта клевая, реально клевая. Да, да. Она подойдет для любых классов техники абсолютно. То есть, ну, разве что ПТ будет не очень, потому что. Ну хотя, черт, может быть, и ПТ будет. Я не согласен с тобой. Здесь смотри, сколько больших длинных коридоров. Прострелов, да, 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 да. ПТ смогут себя реализовать на длине достаточно. В достаточной мере. Короче, карта подойдет для всех классов техники, независимости, то есть нормально можно. А давайте не забудем про арту. Как же тут арта себя будет? Ну, меня это не очень интересует, но раз уж вдруг кому-нибудь будет интересно. Ну, смотрим этот арту. В принципе, возле каждой базы, как мы видели, есть то есть, ну, открытые места. Простреливаться здесь будет далеко не все. То есть это понятно, что дома очень высокие, и я думаю, что они будут параболы очень сильно перекрывать, мне так кажется, да? Ну, вот лично почему-то мне так кажется. То есть, допустим, вот с базы вот будет простреливаться эта площадь, да, вот с нашей зеленой базы будет простреливаться площадь. И вот этот вот, вот эти вот трамвайные пути все и так далее. Но при этом, чтобы спрятаться от арты, не надо будет вплотную подъезжать к зданию. То есть, учитывая, что они высокие, можно вставать там, ну, да, метрах там в 10, в 15, даже в 20, и вас не достанут. Это очень классно. Я очень давно ждал такого. Вот фугасница, конечно, тащит вообще. У толстопарда мне прям нравится. Если честно, то давайте как итог по толстопарду, что ли, подведем. Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем он нужен вообще. Ну, если его будет кидать восьмерку, то, в принципе, наверное, будет интересно еще играть. Ну, максимум восьмерку, в смысле. То есть, если он будет в топе также там, или, ну, я не знаю, вот что-то такое, тогда еще да. Но если он всегда будет попадать против, там, восьмых-девятых уровней, это, не знаю, не очень как-то. Ты, Миш, как считаешь? Будешь ли ты покупать, ну, себе толстопард? Понимаешь, толстопард очень сильно потерял после нерфа тех кумулятивов, которые были. Так он не то, что сильно потерял, он просто умер, можно сказать. Ну да, да, наверное, ты прав. Вот вспомни просто, когда ты последний раз вообще видел в рандоме толстопард? Тогда, когда я на нем ездил, когда кумулятивы были айс. У меня даже было 400 штук куплено, мне потом за них денег валили. А, ну точно. То есть... покупать снова его, ну, как бы, с учетом даже тому, что его, того, что ему апнули подвижность, все равно, как бы, танк, это танк, у которого, ну, пушка слабая, реально. То есть она очень в определенных, да, допустим, французов она карает, я думаю, жестко, там всяких тонкие британцы, там, может быть, еще кто, японцы, японцев будет наказывать. А против тех же советов, допустим, ну, что вот я, че вот этот, китаец, блин, не попадаю ни хрена. Ладно, давайте их уже убьем, а то, чтобы они не мучились. Я с кумулятивами не получается совершенно. Да, вот давайте попробуем. Вот смотрите, 140-й объект, да? Кумулятивом в борт. Сейчас, или что там, не знаю. Да, он гусы будет ловить, скорее всего. Я пытался три раза. Попадание. То есть я не могу кумулятивами пробить 140-й объект. Это далеко не самый бронированный танк, да. То есть у него броня хуже, чем у 54-ки даже. Ну вот я 121-й я пробил. То есть, если выцеливать корму, ну, ребят, это как бы тоже надо понимать, что они нас не атакуют, потому что мы классные парни. Вот. Потому что мы им запретили. Мы им запретили, да. А, ой. О, смотрите, у вас эффекты на максимум включены, они так здорово загораются теперь. Не знаю. Блин, у меня что-то с пушкой вообще, я косой, не знаю кто, не умею я играть. Или я очередную боеукладку взорвал, или я не знаю, потому что они очень, ой, очень ярко взрывают, да. Видите? Ну, звуки, честно говоря, как бы вот, надо какой-то крупный калибр будет взять, посмотреть, потому что пока непонятно. Да. Три кровожадных толстопарда убивают кучу десяток. Короче, итог по карте, все круто, итог по танку не нужен, не знаю, лично я на нем ездить не буду вообще. Он пытается от нас убежать. По-моему, можно все равно повеселиться на этом танке, вполне возможно. Черт, я убился в него таран. Я днище. Я хотел проверить таран просто. Толстопард, он же сюда славился своим тараном. Я знаю, многие даже арту так пытались убивать. Короче, танк, не знаю. Наверное, сейчас со мной будут спорить там в комментах и так далее. Но лично с моей точки зрения, как светляк, он, ну, не знаю, он медленный слишком для этого. И у него пушка, ну, совсем какая-то очень странная, очень специфическая. По крайней мере, вот эта вот фугасница. Если поставить другое орудие, может быть, да. Ты вот, Макс, будешь, если будешь набирать роты, ты будешь вот это вот дело брать, нет?
Нет, я думаю, нет. Да, скажи только если это, в среднее, да? Это слишком жирный для наших рот светляк. Скажи только если в среднее против Хелкотов, да? А? Я говорю, только если в средние роты против Хелкотов, да. Можно, если будет так делать. Ну, да, ну это в целях садомаза. Ну понятно. Ну короче, толстопарт не ок, карта ок. Вот. Следующая у нас какая там карта? Там новых карт больше нету, ребята. То есть остальные все карты, они переделаны старые. Давайте начнем с того, что будоражит умы больше всего, вот лично, не знаю, вот мой там, Миша, наверное, твой даже. Это Камарин, естественно. Это карта, на которой я играю процентов, наверное, 70 боев в последние вот несколько недель, которые я играю. Да, это наша любимая карта. Это наша любимая карта, да, у нас. Мы просто обожаем ее. Я особенно люблю попадать на Е50М туда. Для среднего танка просто самое то. Вот ее, насколько я знаю, очень сильно... Я сменю технику, я не поеду на толстопарте, одного боя мне хватит. Да, надо поменять, кстати. Поменять надо. Сейчас, блин, как-то я забыл, как тут... А, ангар, точно. Сейчас я поменяю на МТ-25. Это... Его тоже переделали. Вот, ему тоже... Ребят, Говори. У меня, мне кажется, или они вернули Камарин в том виде, который он был... Кажется, да, что-то там приближенное. Да, супер. Это, да, это нормально, ничего не скажешь. Так, еще бы базы поставили, как раньше было. Черт, я случайно вышел, похоже, из тренировочного. Сейчас кинь. А, кинь, да, снова приглас. Я не разбираюсь, очень редко попадаю в тренировки, поэтому я не знаю, куда здесь нажимать там и так далее. Вот, Камарин — это самая худшая карта была на World of Tanks, лично по моему мнению. Думаю, что многие со мной согласятся. И ее переделка, это, конечно, было абсолютно обязательным, то есть я считаю. Потому что, ну, вот, реально, вот захочешь поиграть в танки, вот заходишь, я вот на Е50М говорю, и Камарин, и просто сразу желание в ангар выйти. Потому что это стоялово, это арта будет долбить, постоянно сливается один фланг, там еще и дисбаланс ведь был жесткий достаточно. Так, Макс, ты мне можешь кинуть еще приглашение? О, ну секунду, я привожу в порядок Т-50-го, то в стоке как-то не айс. Ну ладно, окей, ничего, я пока дорасскажу. Вот, и карта, конечно, была такая дико кустодрочерская, на ней вообще невозможно было играть активно, потому что убивают сразу же там, как бы возле каждой базы лес, там стоят, короче, все ПТшки, и в центре остров, там все умирают без конца, никто туда не хочет ехать, в общем, ну такая вот карта. Вот. Миша, она тоже твоя нелюбимая или есть еще более нелюбимая? Ну, на самом деле, мне почему-то неплохо удавалось вот играть по третьей карте, и я особо не подчеркивал насчет. Только союзники мне не нравились, которые стоят в кустах постоянно по убою, и все. Ну, не знаю. Ну, короче, мне лично карта не нравится. Миша, он более... у него больше проблем с союзниками, чем с картами. Вот так, Макс. Да, это как бы всегда. Так, МТ-25, да, вот. И МТ-25 его апнули, насколько я знаю, сильнее, чем толстопарт. Я не буду сейчас перечислять цифры там, это все не важно. То есть, кому из вас эти цифры интересны? Важна ведь именно... важен геймплей сам, то есть... Поэтому надо оценивать. Ему дали движок, по-моему, на 100 лошадей мощнее, и также апнули ему там проходимости всякие. И как утверждали сами разработчики, если я не ошибаюсь, они хотели придать, типа, МТ-25 свойства бывшего Т-52. Вот. И зачем было это делать, вот, учитывая, что они убрали Т-52, не совсем понятно. Вот, тем более МТ-25 это такая довольно здоровая хрень, да, танк реально большой достаточно. Он размером реально, вот смотрите, я сейчас карту, блин, модов-то нету. Размером практически с толстопарт. Пушка у него, по-моему, та же самая, что и стояла на этом, на... Ну, та же самая, короче, ее естественно не меняли, но она как и на Т-52 такая же, да. От Т-34. Так, посмотрим. И уже сразу бросается в глаза то, что воды стало гораздо меньше. То есть тут раньше было вот затоплено все, я помню хорошо. На центр я пока не поеду, ребята, мне вот интереснее фланги. Вот здесь была вода уже, то есть вот тут была вода. Да, вот здесь был куст. Тут вот был сразу обрыв, короче, все вода, и вот здесь был куст, в котором я любил стоять весь бой там. Ну, вы смотрите мои ролики, наверное, знаете, как я это люблю делать. Вот, короче, и тут был куст, через который можно было просвечивать вот этот подъезд. Видите, где я сейчас засветил от вражеского этого ФВ-183. Кстати, ну-ка, звук быстрее. Вот, Дима, тебя перебью немножко. Обрати внимание на последние тенденции варгейминга в переделке карты. Они уступами горы делают. Обрати внимание, тут тоже полочка есть. Да. Это как вот, как на картах этих, знаешь,
на Малинах сделал. Раньше это такие горки были на всяких восточных картах, типа там хребет красного экрана, там и этот. А сейчас они везде так, в похожем стиле. Это как бы типа для придания картам многоуровневости, я так понимаю. Звук, кстати, очень смешной выстрелов стал. Но мне нравится. Кстати, он такой прикольный. Встань рядом с ПВ и послушай звук. Он такой смачный стал звук. Вот, значит, что здесь у нас? Фланг переделали очень сильно, то есть теперь, видите, могут здесь, но и по низу могут ездить, но... Вот, давайте попытаемся прикинуть реально. Сейчас я вот хочу исследовать эту полочку. Блин, а как здесь вообще играть? То есть, учитывая, что тут все тоже будет простреливаться вот оттуда, да, с тех вот позиций. Вот где я сейчас нахожусь. Вот представьте, да, я, допустим, с того фланга играю. Вот я играю там на СТ, да. Я вот куда-то сюда приехал, и что? Ну вот здесь как бы есть холмик еще более-менее. Но вот дальше, да, я... То есть я вот выезжаю из-за холмика, выезжаю из-за камня, и все, и здесь прострел просто с их базы идет жесткий. То есть, черт его знает. А с нашей базы... С нашей из леса все простреливается. Короче, не знаю, вот эта вот полочка, честно говоря, спорный момент. Ну... В любом случае, наверное, будет лучше, чем было, потому что сделать хуже, чем было, по-моему, физически невозможно. Так, и у меня соседи решили посверлить, супер. Ждали весь день. Миша, есть какие-то замечания по карте? Нашел что-нибудь интересное? Мне очень нравится пока все. По-моему, вот на верхней базе хорошенько так прошлись топором по лесу. Да. А трое. То есть профи... Посмотрите, да, обратите внимание. Профильные ПТ-воды будут ванить, да, теперь? И лес вот этот, лесную территорию, ее утопили вниз. То есть для арты такие две ямы теперь. Это плохо. Два дна, чтобы она там знала свое место. Ну хорошо. Ну хорошо, этот что... лес тоже прорезали порядком. Ну, то, что ПТ будет теперь сложнее стоять, это очень... И не только ПТ, ну, как мы знаем, на этой карте и СТ, и даже ЛТ периодически стоят в кустах, там, вот, на базе, так что... Ну, теперь как-то, мне кажется, бодрее будет все. Посмотри, они теперь явным образом обозначили переезды по реке. Раньше можно было проехать, но не все знали, где. Да, и постоянно топились еще из-за этого. Теперь они очень жирно так намазали на мини-карте светло-сером, где можно переехать. Расширили, вот чуть-чуть добавили масштаба. Нету такого? Не, мне кажется, объем тот же самый все. Ну, то есть, площадь не менялась. Они просто намного уменьшили воду, сделали карту более разноуровневую, проредили... как я устал от своих соседей. Проредили, короче, леса возле базы, то есть, сделали все для того, чтобы не надо было стоять весь бой. Это правильно. Вообще, следует сказать, что, кстати, как такую ремарку, то, что отдел картоделов, он, наверное, больше всего мне нравится вот вообще сейчас, да. То есть, они действительно работают, они хорошо переделывают карты и делают их лучше. И в данном случае, мне кажется, они тоже справились, возможно. Ну, по крайней мере, они, мне кажется, будет поинтереснее, чем было, уж как, насколько, я не знаю, но... Что-то я попасть вообще ни в кого не могу. Теперь давайте про МТ-25 поговорим. Ну, лично я, мне вот он нравится больше, чем Толстопарт, потому что он реально быстрее и маневреннее. Ну а давайте втроем встанем финишную. Давайте, да, попробуем. По кругу надо проехать. Давайте вот здесь вот встанем, короче. На центре-то вы были, ребята? Нет, сейчас мы как раз приедем. А вот этот проезд, он с центра не простреливается толком. Про который ты говорил в начале. Тут сделали горку такую. Нет, не с центра, я имел в виду с их базы он простреливается. После ну, половины. С нашей он эквивалентным образом простреливается. Тут два дома. Кто там такой порушил. Хитрый базу берет? Кто там такой непослушный? Что касается центра, я сюда очень редко ездил раньше. Как бы, потому что я на СТ в основном играю. То есть я ездил, но ездил обычно уже где-то под середину боя, там, ну, когда уже там более-менее все понятно. Вот, и не могу сказать, насколько сильные тут изменения. То есть я так, ну, не помню реально на память. Это нам надо прямо вот смотреть, то есть рядом, да, на две карты. И тогда, может быть, будет понятно. Но в целом переделка карты мне нравится. По крайней мере, она будет другой. То есть все уже устали от старого Камарина. По-моему, я знаю только одного человека, которому нравится эта карта, не считая Миши.
Вот, и это не показатель. Так что, в принципе, все вроде все ок. Как мне кажется. Да, сделали очень много ямок разных, маленьких, больших. Да. Каких-то микроукрытий. Можно будет на СТ-шках танковать башни наконец-таки в полную силу. Микроукрытий много всяких сделали. Так, поехали на Чаффи охотиться, заодно проверим, как МТ-25 сходу стреляет. Ну, стабилизация у него, кстати, довольно посредственная, могу сказать. Тут сходу, ну, понятно, что это светляк в первую очередь, да, но в плане динамики, по крайней мере, МТ-25, как мне кажется, он теперь хотя бы что-то может. Вот. Он, по крайней мере, может быстро ездить и подсвечивать, да. И у него есть голда, которую я забыл купить, и имеет она пробитие 190. То есть, в принципе, голдой она может пробивать в борт всех. То есть, танк более, как мне кажется, ну, такой интересный в плане вот каких-то тактик. Вот ты скажи, Макс, ты бы стал брать нет его куда-то вот, в качестве светляка сейчас? А ты как бы не переживай за то, что его куда-то будут брать, не брать. Оно жизнь покажет. Не, мне интересно именно твое мнение. Вот, допустим, понятно, что в абсолют бы не стал, но вот, допустим... Я сейчас ничего не могу сказать. Возьмут его куда-то, не возьмут. Нет, так ты бы стал брать или нет? Я точно нет. Это не мой класс техники. Ну, я на нем и не умею играть, и не стремлюсь. Понятно. Единственный мой светляк это елка, и сами знаете, это фановый танк. И без него никуда, если хочешь батчата. Понятно. Ну, короче... вывод какой? Карта хорошая, ну, как хорошая, то есть переделка мне нравится, по крайней мере, да. И МТ-25, он лучше толстопарда, вот лично мое мнение. То есть, не знаю, насколько он хорош, но он лучше. Он быстрее реально ездит, но все равно он медленный, короче. Т-52 не сравнить. Т-52 он был гораздо веселее. Вот я сейчас попробую даже подпрыгнуть на трамплинчике. Это я причем с маслом еще езжу. С этим. Ленд-лизовским. Или каким-то. Ладно, давайте убивать уже всех. Я жажду крови. Может, лучше они нас, а? Ну ладно, ну, пускай убьют, если хотят. Если смогут. Мы будем огрызаться. Как они быстро отозвались на просьбу. Как будто ждали, да? Не пробил. А, черт, меня пытаются убить. Попадание, блин, я не пробиваю. Рикошет, черт возьми. Не тащит. Ну давай, убей меня. Он тарана меня хочет забрать. Ты... Ну, короче, нормально. Этот карта стала интереснее, во всяком случае, 100%. И танк вроде более-менее. Вот, дальше уже про танки мы... Ну, остальные показывать там переделали еще какой-то... Что-то А20 там по чуть-чуть. Ну, никто на этом не ездит. Я думаю, мало кому это интересно, так что не будем. Дальше будет упор чисто на карты. Давай, Макс, ставь какую-нибудь следующую. Ну, давайте карта Заполярье, если не ошибаюсь. Да, давай Заполярье. Самое, кстати, мы забыли сказать про самое важное изменение войны-то. Про то, что ПТ теперь снизили маскировку при выстреле. Но показать это будет очень сложно, ребята, потому что это нужно прямо рядом ставить, то есть и сравнивать. Так, я очень надеюсь, что это что-то даст. Тем более, кстати, вот еще тоже важный момент. На тестовом серваке, как правило, коряво работает система засвета. Поэтому показывать тоже здесь, знаете, смысла особого нет. Начнем, да? Да. Господи, ПТ как... не хочешь? Что-что? ПТ. ПТ, а ну... взять и показать. Блин, у меня нет ПТ сейчас в ангаре, я все продал. Ай-яй-яй. Есть у кого-нибудь? Миша, ты же у нас профильный ПТ-вод. О, выясняется. Записали без моего ведома, в кого, куда ты записал. Окей, да, как бы, говорю, показывать смысла нету, потому что, еще раз говорю, во-первых, надо ставить рядом, то есть, чтобы было с чем сравнить, да. Во-вторых, на тесте, как правило, реально с маскировкой проблемы, я вот хорошо помню, что были проблемы. И сразу же, кстати, бросается в глаза, что поменяли-то до хера всего, да? Кстати, вот эту бы карту надо на арте рассматривать. Зачем?
Максима заставить взять арту. Ну здесь же важно знать, куда он закидывает, куда нет. Ну, тебе трудно будет меня заставить, у меня... Кто ее? А что я говорю, у меня нет ПТ, блин, мы же на тестовом серваке, тут же можно все что угодно купить. Я туплю, купили, не обращайте, да? Внимания. Да. Меня соседи просто сверлят весь день, у меня уже мозги взрываются. Короче, первое, что бросается в глаза на этой карте, это то, что добавили огромную вот эту гору в центре, на которую, по-моему, невозможно заехать, лично мне так кажется, вообще в принципе. Ну только если затолкнуть кого-то туда. Попробовать. И то, кстати, не факт, что получится. Потому что она слишком такая вот... слишком она многоступенчатая, то есть это надо как-то вообще... Не знаю. Ну, я бы не переживал, наши умельцы найдут, как заехать туда. Ну да, наверное, да, найдут, но это будет непросто сделать реально, это 100%. Вот как-то только через судо может быть. Ну, а в одиночку сюда забраться невозможно. Так. Олени это никто не оставит, не остановит, они сгруппируются. А, да, они весь бой будут заталкивать одного, и потом просто приедут и убьют их всех, да? Отлично. Так, вот здесь добавился для профильных ПТ-водов позиция добавилась, вот на ней я сейчас нахожусь. Правда, кустов здесь нету, и это радует. То есть, если профильный ПТ-вод встает, начинает сводиться и выцеливать батчат, то мне тут же прилетает от ФВ-183 откуда-то оттуда. Отлично. Давайте тогда против часовой стрелки дальше проедем по карте. Так, так, так. Ну, вообще, я как бы люблю, когда карты закрытые, то есть, ну, не то, что закрытые, когда на них много укрытий, я это люблю, поэтому я за вообще любые такие вот изменения, когда добавляют какие-то горы, постройки, холмы, камни, мне всегда все это нравится. Вот, единственное, не нравится, когда кустов много добавляют. Вот тут кустики эти остались, в принципе, и здесь, по-моему, особо ничего не изменилось, да, у меня такое ощущение, ребят? Где вы там, куда вы? Миша, ты куда уехал? А, ты здесь. Да я тут на гору пытаюсь подтолкнуть. А вы пытаетесь затолкать кого-то, но... Но нет. Выше первого уступа действительно ну, короче, я не заехал. Вот здесь реально практически ничего... Ну, я не буду утверждать, что ничего не изменилось, но, по-моему, примерно то же самое все. Вот тут вот, где я сейчас нахожусь. Здесь так, тоже, по-моему, тоже. Да, примерно, ну, чуть-чуть что-то возможно вот здесь как бы там... Какие-то микроизменения, да, ландшафта, может быть, есть. Хотя, честно говоря, я не замечаю это. Хотя нет, вру, наверное, все-таки есть. На этой полке практически все как было. Может, где-то там гору чуть выпуклее сделали. Ну да, то есть на глаз, короче, не скажешь. Тут примерно тоже то же самое. Здесь тоже так же съезд вниз есть. То есть эту часть карты, вот где мы сейчас проехали, левый верхний угол практически не меняли. Здесь тоже камни, все то же самое, в принципе... Вот здесь сделали нормальный выезд, кстати, вот с этой ямы, в которую падали обычно. Ну это тоже хорошо. Вот, и здесь у нас... Здесь заделали подъем на горку. Где? Покажи. А, вот там-то, где постоянно все вылазили, как эти, да? Подъем. Ага, ну понял. Так, давай, да, на балкончик сгоняем. Справа тут много чего подрезали, а балкон... О, у балкона закрыли возможность стрелять вперед вот туда. Да, и убрали все кусты. Теперь профильные ПТ-воды выезжают и получают от профильных ПТ-водов, которые стоят на таком же балконе там, куда я сейчас свелся. И в итоге полкоманды будет стоять здесь, полкоманды будет стоять там и будет БТР. Ну, я думаю, примерно так. Как-то так. Но если серьезно, то это супер, потому что кусты вообще вредят этой игре лично, я считаю. Ну, в основном, конечно, они нужны тоже, наверное, но чем меньше их, тем лучше. Так, и давай теперь проедем по тому флангу, я там еще... А, тут внизу теперь съезд, ё-моё, тут же теперь тоже это, как его... рабочее пространство все, как говорится. Я только сейчас обратил внимание, у меня что-то глаза вообще замыленные, реально. Ну и с другой стороны, интересно все это посмотреть, конечно. Да, теперь здесь все нормальное пространство, а не вода, как раньше, и здесь можно реально ездить. То есть, допустим, если профильные ПТ-воды стоят, вы можете поджаться, они вам ничего не сделают, от арты тоже можно прятаться здесь. И это тоже круто. Вообще, чем больше живого пространства, лично я считаю, тем лучше. Макс, ты согласен? Или он ушел? Ну, я согласен. Ты здесь. Я думал, ты, может, куда-то отбежал. Тут тоже лабиринты такие. Вот, да, потому что реально, у нас и так карты не крупные, когда еще искусственно внутри них как-то ограничивают, то это плохо. И вот здесь сразу бросается, кстати, в глаза, что здесь...
добавили какую-то полочку и кустик. Из него можно простреливать там что-то, наверное, да? Тех вот ребят, которые с того фланга пытаются как-то проехать, можно здесь простреливать. Так, стоп. Ага, здесь надо... Сейчас вот куда Миша поехал. Туда тоже сгонять. Видео, чувствую, будет не коротким, пока мы все посмотрим. Попадание, супер. Но здесь, в принципе... Вот конкретно вот эта вот площадка, как она там называется, не помнишь, Макс, язык или нет, или что-то я путаю? Ну, вроде того. Да, то в принципе здесь особо ничего не изменилось на нем. Кроме того, что он теперь вот сверху не простреливается. Угу. Из-за горы. Так, ну и давайте как итог сюда вот съедем. Да, тут я слышал, что есть изменения. Вот здесь теперь сделали реально полноценный съезд вниз. И здесь у нас... Можно полноценно как-то бодаться. Не то, что раньше, как вот тут тонкая кромка, там все топятся постоянно, матерятся, то есть этого не будет. Тут реально можно как-то сражаться. И тут от арты вас будет закрывать. То есть, вот, допустим, вы доехали, здесь вот стоите, вот я перестреливаюсь, да. Арта меня, допустим, оттуда уже не сможет прострелить. То есть, ну, это хорошо тоже. В общем, итог какой по карте? Давайте каждый выскажет свое мнение. Я считаю, что, в принципе, карта была и так неплохая. То есть, далеко не самая худшая, но... По-моему, ее сделали лучше. По крайней мере, навскидку. Классно, интереснее стало. А ты, Макс, что скажешь? Тоже скажу, что хуже не стало однозначно. Ну и супер. Это давайте тогда на этой оптимистичной ноте мы начнем убивать всех подряд. Или напиши, чтоб нас убивали, так быстрее. Так давайте я вас убью. Мне приятно, и вам хорошо. Наводчик контужен, разброс увеличивается. Короче, картоделам реально респект. Вот лично я считаю, что ребята, видно, что реально делают, занимаются делом. То есть переделки карты, они реально, ну серьезно, согласитесь, там все меняется вообще, то есть полностью практически. Они как раньше, там три куста добавили, два камня, там я не знаю, еще какой-нибудь хрень и типа новая карта. Как с Комариным было раньше. Че его там переделали-то? По мелочи. Так, какая у нас следующая карта на очереди? Ну, дальше я не знаю. Миш, посмотри почноут, я просто не могу это сделать. Заполярье, тундра, Комарин, Виндсторм и северо-запад. Значит, а северо-запад... Комарин, Заполярье. Ну, так, давайте тогда тундру посмотрим, тундру. Это, наверное, вторая моя нелюбимая карта после Комарина была раньше. Да, она нелюбимая, причем после обоих переделок. Там просто... Очень тесные пространства, я основные тезисы сейчас скажу. Вот предыдущая карта, которую мы смотрели, она в принципе неплохая была. Ну нормальная, то есть такая обычная карта. Эта карта плоха чем? Так я присоединился уже к этой тренировке. А, ну ладно. Короче, она была плоха чем? То, что она очень тесная, здесь постоянно все простреливается. Тоже ПТ-воды стоят профильные на краях карты. Арта везде долбит. И какая-то она, не знаю, ну какая-то она кривая, короче, вот эта карта реально. Она и самый большой, наверное, большой недостаток, что она маленькая. К сожалению, наверное, это исправить никак не получится у разработчика. Потому что размеры, насколько я знаю, они не меняли. Поехали. Вот очень надеюсь, что ее переделали, потому что, говорю, реально карта раздражает. Конечно, сейчас... По мини-карте заметно так некоторые изменения, но серьезные. Ну да, каких-то глобальных я вот так вот не скажу. Ну там вот слева, по-моему, да, поменяли сильно. Мне кажется, гору спилили. Да, гору спилили, чуть-чуть, да. Не сильно. Гора и поставила. Слева там вообще, по-моему, вон дыба какие-то добавили. Мы сейчас, Слева гора появилась. По часовой стрелке, да, будем сейчас курсировать потихоньку. Так. Так, ну, в принципе, уже изменения, то есть они очень серьезные, я бы сказал, кардинальные. То есть здесь вообще все поменялось, добавили дома, добавили вот эту гору, какой-то объезд, то есть мало общего вообще с тем, что было вот слева именно, по крайней мере, лично, по-моему, так. И, как я сказал, я люблю горы всякие там и так далее, поэтому я всегда за, если их добавляют. Поэтому, в принципе, мне пока здесь все нравится.
Здесь вот такое ущелье добавили, которое не будет простреливаться артой вот с того фланга особо, потому что там, ну, тут будет гора просто закрывать. Тут, наверное, будут в том числе и тяжи бодаться, кстати, вполне возможно. Так, тут у нас как дела обстоят? Вот этот городок, дома рушатся, нет, проверьте. Не, не рушатся. Нет, они на вид не рушатся. Сарай этот, интересно. Сарай рушится тут. Окей. Здесь ни один дом не рушится, кроме, по-моему, вот этих двух железобетонных железных сараев. Угу. Короче, слева все нормально, потому что раньше здесь просто какие-то, короче, вода, островки была, какая-то невразумительная ересь, и хорошо, что ее убрали. Вот, тут сверху была позиция для профильных ПТ-водов, и, к сожалению... Нет, стоп, почему к сожалению? К счастью, тут тоже немного... Я же тебя не отношу. Да, у меня нет ПТ, я почти все продал. Короче, тут убрали, и теперь здесь уже весь бой не будут стоять люди. Это тоже радует. Ну вот не скажи. Здесь вообще смысла стоять нет, потому что это две ямы между горами. Лучше знать, где они стоят. Так, стоп, надо центр. Не, давайте сначала... Опять кто-то базу берет. Так, давайте сходим на правый фланг. Там посмотрим, а в конце я, наверное, уже центр гляну. Ну тут... возле базы я здесь особо не езжу. То есть обычно... То есть вот здесь не катаюсь в рандоме. Я обычно через правый фланг играю. Поэтому тут сказать ничего конкретно не могу. Но здесь, по-моему, вот тоже что-то немножко поменяли, да, Миш? Ну, по существу совсем чуть-чуть. Также здесь вот этот кустик. Я говорю немножко, я говорю, что не критично. По-моему, да, здесь гора стала, по-моему, чуть-чуть пониже, да? Вот это вот. Да. Раньше здесь был, по-моему, более какой-то жесткий заезд, но не намного. Так, и вот тут, я помню, был балкон такой, где постоянно кто-нибудь стоял и весь бой, короче, настреливал. Даже два их было, этих балкона. Балконы никуда не делись, настреливать можно. Да, все тоже есть. Единственное, я не помню, были ли здесь кусты, если честно. Были, но они все равно бесполезны. Были, да сплыли, да? Ой, елки зеленые вывалились из балкона. Ну, по мне лично карта, ну, может быть, чуть-чуть бодрее встанет за счет нормального левого фланга. Ну, как левого, я имею в виду относительно, если смотреть на мини-карту сейчас, да? Что теперь там можно более-менее играть, как-то от арты прятаться и будет пободрее. Теперь надо посмотреть центр и подведем какой-нибудь итог уже такой, предварительный. Конечно, надо играть, да, чтоб на картах. Почему мы не стали записывать ничего в рандоме, да, сейчас? Потому что на тесте в рандоме творится полная жесть, то есть там будет 10 вафель, 5 183, все будут стоять и оценить как бы реально карту невозможно. Так, здесь, короче, здесь вот все поменяли, слышь, Миш? Вот тут вот, где я сейчас стою. Тут раньше были, по-моему, кусты. Где-то вот тут. Мост теперь обрамляют такие значительно массивные горы. Подсвечивать. Я раньше любил вот здесь стоять, подсвечивать аккуратно. Больше такой возможности не будет. Бесплатно, тем более, без... Понятно. Ну, короче, не знаю, я не в восторге от этой карты все равно, но, по-моему, она будет чуть-чуть хотя бы пободрее. Это уже хорошо. Можно. Ну, посмотрим. Будем да, тут надеяться, надо смотреть. Что... Потом, уже когда выйдет на основу, мы, наверное, сделаем какой-то уже там, ну, видос, возможно. Когда уже поиграем, там будет какое-то более полное мнение там. Пока это так, все предварительно. Так, все, ладно, Макс, давай там эту отмашку, чтобы нас всех завалили сейчас, дружно. Или давай сам. Да, я чувствую, что они уже за нами выехали. Окей. Да. А, танк горит. Черт возьми. В общем, не знаю, я не в восторге, честно говоря, от тундры. То есть, как она, по-моему, была. Не от усталости, а от непросмотров. Нет, не от этого. А именно карта сама. Ну вот. Что-то она не выдает. Да, что-то как все равно она маленькая, все равно она какая-то непонятная. Вот нету какой-то глубины, что ли, в ней. Вот лично мне так кажется. Пока, конечно, говорю, рано делать выводы какие-то, но все равно.
не знаю, она какая была, такая и осталась. Ну, переместили на миллиметры туда, на метры туда, там что-то выросло. Там ну, слева там, слева там серьезно переделали, но этого мало все равно. Сама по себе. Так, Мишань, какие там еще есть эти карты-то? Северо-запад. Давайте найдем мини на Винтборд. Это любая карта. Какая, еще раз, говорите по отдельности. Северо-запад. Северо-запад, помню, да. Давай, запускай. Северо-запад. Кстати, переделывают карты, которые не так давно вот вводились. Ну да, Северо-Запад, карта средняя, скажу так. То есть я не в восторге от нее был раньше, вот лично. И в то же, ну, она не была какой-то дико бесючей. Ну такая, то есть не, такая средняя не очень, вот так скажем. Ты, Миша, как к ней относишься? Мне она не нравится, она унылая. Она костодрочерская, да, в какой-то степени тоже. Потому что... Последнее время было нет, я играл на СТ-шках, на тяжах, по низу можно было хорошо ехать, убивать. Но вот эти вот прямые балконы сверху, первая, вторая линия, и АБ тоже противные, дурацкие балконы. Там все стоят, без конца все стоят, я, причем я в том числе обычно, поэтому лучше там, конечно, вообще бы все открыто сделали, там было, было бы мясо. Вот это было бы круто. По мини-карте не видно, чтобы что-то сильно да, поменяли. Я смотрю там на меня... перенесли базу верхнюю, вижу. Ага. Я вот смотрю на мини-карту. Базу... Не трогали, по-моему. И, не, мини-карта, ну чуть-чуть. Вот, вот есть там по первой линии здесь вот добавили дополнительный проезд, вижу. Ну сейчас посмотрим. Так, здесь пока ничего особо не изменилось. Также заезд, все то же самое. Мост тут, ничего такого пока не вижу. Блин, этот МТ-25 так забавно заносит на поворотах. Но я вот, ребята, сразу так, как итог скажу, я кататься ни на МТ-25, ни на Толстопарде, ни на чем этом таком я не собираюсь. Мне, мне это абсолютно неинтересно вообще. Мне чего-то вдруг понравилось. Ну, ты умеешь играть на ЛТ-рек. Играй. Так, ну здесь... А, подожди, стоп, я забыл посмотреть. Вот эти кусты, в которых всегда все стоят. Вот их, что с ними сделали? Здесь сделали такую серьезную горку. Сделали теперь шире. Можно на СТ-шках вполне посоревноваться за эту позицию. Да? А по-моему, тут дом передвинули, или мне кажется, нет? О, глобальные изменения. А нет, подожди, стоп. По-моему, я что-то честно не помню, как здесь дом выглядел. Вот, смотри, где Михаил поехал. Смотри. Ага. Балкон. Да, здесь да, теперь да, можно да. Залетать на СТ-шках как с одной стороны, так и с другой. И будет вполне бодро, по-моему. Ну, возможно. Позиция дает возможность хорошо светить, сильно не подставлять. И получать от арты прямой наводки. Ну, в смысле, это прямым попаданием. Ну, получать от арты куда же без нее. У нас все позиции в игре позволяют здесь, это делать. Здесь смотрите, как тоже значительно переделали. Оно да, теперь... да, да. Они здесь забетонировали еще сильнее этот проезд, можно ехать вообще практически бесплатно по нему. То есть вот эта полка бесполезное говно теперь, оно не нужное совершенно. Да, и здесь теперь два как бы проезда. Здесь все забетонировано горами и кустами, в общем смысла пытаться отсюда сюда простреливать нет вообще никак. Ну и хорошо. Здесь зато теперь можно реально бодаться там тяжами, СТ-шками там и так далее. Здесь очень широкое пространство сделали, да. И оно такое изолированное. Другой карты. Не знаю, мне кажется, не совсем хорошо. Не хорошо тебе кажется? Полная изолированность вот этого проезда. Ну да, его надо было парочку прострелов добавить. Только... Так, стоп, гора здесь была, я помню. Может, ее меняли, я не знаю, но, по-моему, она такая же. Давай теперь прокатимся по левому здесь вот. Как там? Я туда редко езжу, потому что я обычно на СТ играю. Что, Макс, говоришь? Да я говорю, больше полку апнули, вот где мы сейчас прокатились. А низ даже по карте вызывали. Может быть, это заезд в этот появится для особо одаренных? Не знаю. Так, стоп, а там внизу не добавили ничего? Что-то, мне почему-то кажется, что там что-то поменялось. Я как-то смотрю. Нет, внизу абсолютно по мини-карте все как было. Да? Может, да. Высоты только поменяли. Здесь, может, какие-то холмики, вот тоже бетонирование бордюров поменяли. Ой, я сейчас разобьюсь, чертя. Миша, у тебя телефон это... Нет, это не у меня. Это не пришел. Я тоже сломал все гусеницы.
Нет, низ один в один остался. Да, ну ладно, в принципе, я здесь довольно редко вообще. У меня, кстати, у меня же перков-то нету, ремонт не прокачан. А чё я, кстати, туплю, у меня же ремка есть. Ну, короче, не знаю, карта... Надо играть, пока вообще непонятно. Вот что они сделали, хорошо то, что они там это сделали, нехорошо, черт его знает. Сложно реально сделать какие-то выводы. Ну, выводы какие? Не прострелили. Центр еще не посмотрели. Что не посмотрели? А центр точно, да, да. Показано, могут кататься. Ну, на этой карте вообще центр, он довольно редко используется. Он в начале боя, по крайней мере. Там вообще там мало движухи в центре. Да. Он, потому что он не... Какой-то вот тут непонятный. С него да. Никого никуда не постреляешь. И по нему тоже ниоткуда. Нет, по нему можно, допустим, с верхнего балкона пострелять. Там есть прострел. Какого? Вот с этого? Нет, с верхнего. А его там все закрыли, так вот. Мы приехали. Там сделали с вот, бордюром вот прям такие вот раньше капитальные. Вот где я здесь езжу, тут все простреливалось. То есть тут начинали вот эти противники ехать, да. Ты там вставал, кто-нибудь подсвечивал, и все, в бочину им начинал напихивать. То есть как бы... Больше так не прокатит. Больше так не прокатит, да. То есть тут, не знаю, спорно, короче, сложно сказать. Это надо реально играть, и играть причем хотя бы пару десятков боев, чтобы ну, там понятно было уже. Неизвестно еще, как будут действовать игроки в этих новых условиях. Может быть, будут стоять вообще все на базе. И те, и другие. И будет на этой карте 100% ничьих. Мы не знаем. Все будет зависеть от... Ну, попервой, наверное, будет сложновато. Люди будут забиваться посмотреть новую карту на эту полочку. И будет сложно нижнему ресту выбить. Ну так, да, ну ладно, давай пусть нас валят. Посмотрели так, бегало достаточно. Звук, конечно, забавный, кстати, стал. Они добавили теперь звук, кстати, гильзы выпадающие. Заметил, Миша, не? Нет. А у меня бывает, да, там тум, потом тынь, такой звон, короче, как будто гильза упала куда-то. Ну, это может быть только у мелкокалиберных орудий. Тут же 57 миллиметров, это же совсем немного такая штука. Одной рукой можно поднять легко. Короче, черт его знает, что с этой картой. Ну, переделки есть. Хорошие они или плохие, пока не понятно. Так, что там осталось еще? Винсдорм. Винсдорм, а зачем его вообще переделывать? Он вроде нормальный. Попробуй найди отличие. А там же в городе, да, что-то переделывали. Ну, давайте съездим. И все, Винсдорм один остался? Да. Ну все, давайте тогда. И подведем итоги, каждый выскажет свое мнение, веское. Винсторм на вид не поменялся. Вообще не поменялся на вид, абсолютно. Может быть, город. Я слышал, что город там... я не бываю практически. Я тоже очень редко езжу. Ничего не хорошего про эту карту сказать не могу. Я обычно играю, да, от открытой местности, то я, ну, на СТ там очень классно можно отыгрывать, там, на разных СТ, там, ну, или хотя бы через центр, но никак не в город. По-моему, даже тяжи туда особо не ездят, у меня такое ощущение. По крайней мере, вот в нижней части города, да, вот возле берега, там вообще редко кто-то бывает. Из раза в раз не повторяется, поэтому сложно сказать. Ну, да, тут нам, наверное, реально будет сложно сделать какие-то выводы, потому что, говорю... Во-первых, я не так много играл на этой карте вообще, в принципе. Она довольно редко почему-то выпадает. Вот лично мне так везет. То есть я на ней, может, ну раз 20-30 за все время отыграл. Может, даже меньше. Так, а Винсдорм точно в патч-ноуте числится как переделанный? Да. Ну, переделанные, я говорю еще раз, там, может быть, они там левый глаз памятником поменяли, там, я не знаю, справа местами и все. И написали, что карта переделана. На центре все как было. Да я вот тоже здесь смотрю, тоже вообще никакой... А хотя, стоп, подожди. Нет, то же самое здесь все. Вообще то же самое. Вот здесь все вообще как было, один в один, вот где я сейчас езжу. Но я, по крайней мере, не вижу никаких различий. Действительно, поменяли глаза. Поменяли, да, глаза местами? Да, да. Вот все-таки вот он, я нашел. Отлично. Отлично. Вот у человека глаз наметан, да? Мельком взглянул и сразу видит все отлично. Ну просто пока ПВ-183 перезаряжается в городе, рассматриваешь достопримечательность.
Да, мне контузили командира. Так, а главное, мехвода не контузь. О, здесь какое-то гнездо сделали. Где? Смотрите. Сейчас ездим. Гнездо? Для артиллерии? Да, я же говорю, петушиное гнездо. А, ну да. Правда, спрятаться. Хотя нет, здесь можно и вот как... Взирать. Посмотрим. Заныкаться. Видишь, я как спрятался. Я считаю, тут ничего не произошло. Если кто видит тут изменения... А зачем это место, оно, наверное, для дефа, да, то есть? Ребят, вот это место, куда мы сейчас с Мишей заехали, это, наверное, для какого-то дефа, но я, честно говоря, себе слабо представляю, то есть тут спрятаться-то негде. Да, отсюда нет, можно... просто совершенно, может быть, оно и раньше было. Да, просто сюда никто не ездил. Потому что что здесь делать, как бы, тебе, если на тебя сагрятся, ты просто не сможешь никуда там даже спрятаться. То есть там и арта, и все, и вообще все простреливают. Здесь я вообще никаких различий не вижу, вот где сейчас еду. Я здесь никогда не ездил, сколько бы на карте играл, здесь не было никогда. То же самое абсолютно здесь, вообще то же самое. Ну или очень близко, может какие-то, говорю, минимальные деформации там ландшафта сделали, не более. Так, сейчас я, пожалуй, еще в городок, наверное, сгоняю, потому что я там не был. Быренько. Да, вот в город надо, я поеду в город, посмотрю. На самом деле там ничего не произошло в городе. Так, попробуем глянуть. Я в городе вообще понятия не имею, что там есть, что там нету. Поэтому вообще не смогу никакой оценки. Ни грамотной, ни даже неграмотной дать. Черт его знает, наверное, что-то поменяли. Может, они ради шутки просто. Ну не знаю, да, в общем, те, кто вот сейчас смотрит этот ролик, если вы знаете, как бы, то вы поняли, да, что поменяли. Мы не поняли, нам как бы вообще по барабану. Паттон. Топиться поехал на водопой. Да Иисус какой-то. Реально он по воде ездит. Его, кстати, хрен пробьешь. Чем мне нравится Паттон, что он со светляков не пробивается. В лоб. Вот на 14 ему. Тут вот не знаю, короче, что здесь делали. Врать здесь, по-моему, набережную сделали пошире. Может, по-моему, нет. По-моему, она такая была. Один в один набережная, она и была широкая. Короче, мы не знаем, что поменяли на этой карте. Разработчики сами не написали. Если вы знаете, напишите в комментариях, будем вам признательны. Лайкнем там ваши эти комменты, все узнают. Вот, так что у вас есть возможность поучаствовать, скажем так, в какой-то степени. Значит, что, наверное, опять будем это убивать всех, да? Да, но мы устроим вакханалию. Я думаю, в этот раз нам надо самим их убить, а то несколько боев. Классно вообще. Черт, что с ним делать, с этим хэвиком? Да какого черта я пробить его не могу? Тут хэвик у меня, не могу я ничего с ним сделать, черт возьми. У меня голды, я голды не купил, вот в чем проблема. Я остался один против двух. Берись ему к моторному. На скеле просто затаскиваю. Без голды Паттон нереально будет убить вообще. Он только в бочину пробивается. А, че? Я в него впилюсь сейчас на всей скорости. Так, ну, в общем, не знаю, еще раз говорю про Windstorm, по-моему, ни хрена не поменялось. Или как он, Windstorm, да, называется? Да, Windstorm. Да, ну, короче, не знаю я, что тут поменяли, но давайте это как итог подведем. Лично, в целом, мне нравятся переделки карт, вообще, и в этом патче, и вообще в целом, в последних патчах. Единственное, вот тундра немножко меня смущает, да, и вот этот вот северо-запад, да. Как-то, ну не знаю, не явные там какие-то такие прямо, их видно изменения, но они, не факт, что они хорошие. На остальных картах, там, на Комарине, на, там,
Черт возьми, на ту... Не, какой тундре? О, блин, как там зимняя карта-то? На Заполярье. Заполярье, да, из головы вылетело. На Заполярье все, по-моему, неплохо. Ну и, естественно, новая карта Харьков, ну, лично по мне, будет бомба просто вообще, мне кажется. Ну так вот, на скидку. Теперь давай ты, Миша, выскажи свое веское мнение. Ну, отдел дизайна карт — это мой любимый отдел в Wargaming теперь. Это единственный твой вообще этот, любимый отдел, скажем так, да? Да, да, единственный, который не хочет сжечь в огне. Ну, в целом согласен. То есть твое мнение я разделяю, что Харьков, Заполярье и Камарин — это плюс, а Тундра и Виндсторм надо посмотреть. Ой, и то есть Северо-Запад. Северо-Запад мне вообще как не нравился, так и не нравится. Да, аналогично. Вот, ну, Макс, давай теперь ты выскажи пару своих слов. Так, он отвалился, что ли, куда-то или что? А, может быть, у меня проблемы с интернетом. Ты хочешь узнать мое мнение? Да, просто вот. И как вот ты считаешь, в ротах там интереснее, да, будет на глобалке я, там? Я думал над этим вопросом. Харьков хорошо, все остальное неплохо. Будем играть, будем смотреть, но Харьков хорошо. Ну, на том и порешили. Ну и, говорю, остальные изменения, то есть по маскировке ПТ, говорю, показать, ну, давайте попробуем так напоследок. Ту же самую карту можно ставить. Сейчас у кого-то есть в этом, ну, в ангаре ПТшка? Борща возьмите, ну, кто-нибудь. Попросить ребят, Светляков взять, Дим, попросить ребят. Короче, Макс, перейди во вражескую команду и возьми этого, возьми Борща. У тебя нет или нет у тебя его? Ну, купить надо. Меня тогда во вражескую перенесите, да, я перенес... на 74-м. Да, давайте лучше не так сделаем. Перенесите... Хотя нет, Макс, в принципе, тоже может перейти во вражескую команду. Выставьте меня одного. Вот. Один пускай возьмет 704-й, другой Борща. Две самые вот именно мерзкие в плане маскировки ПТ-шки, которые... Ну, мне будет тяжелее. Сейчас, ребята, кто-то из них возьмет, скорее всего. Окей, не вопрос, если у кого-то есть. Карту тогда поменяйте, а здесь прятаться негде. Да, поставьте какую-нибудь Прохоровку или Малиновку, что-нибудь такое. Малиновку. Малиновку лучше, да. А пока просто расскажу то, что про ПТ говорю, основная проблема, то есть то, что всех ПТ бесило, да, и бесит. Это в первую очередь то, ну, не считая там топовые ПТшки, типа ФВ-183, которые убивают с одного выстрела, да, противников. Это то, что ПТ не светится. То есть вот тот же Борщ, он может накидывать вам просто, не знаю, как хочет, куда хочет и зачем хочет, и вы его просто не увидите. Буквально там сотни метров. 704-й он, ну, чуть посильнее светится, но тоже очень слабо. И все, наверное, видели этих 704-й, которые исчезают посреди поля там, и вообще как хищники, короче. Это тоже всех раздражало, раздражает, и как бы то, что они будут теперь более заметны, это хорошо, если это действительно так. Так. Все, все взяли, нет? Только, Макс, скажи, чтобы по мне не стреляли, а то меня тут с одного удара все убивают, с одного выстрела. Пускай где-нибудь рядом стреляют, куда-нибудь. То будут все равно же спрашивать люди там, как маскировка вдруг. Пока, честно говоря, скрестим пальцы, потому что изменения могут быть как кардинальными, так они могут быть и абсолютно какими-то косметическими, которые вообще никто никогда не заметит. Дим, я вернулся. Скажи, какая карта? Карту Малиновку поставь. Малиновку, да? Да, вот 704-й нас интересует. И, ну, вот Е25, да, ребята хорошо. Уже в комнате, я их попросил, чтобы они не создавали шумовку. Сейчас они подберут, и буквально ты сразу к ним будешь обращаться. То есть то, что ты хочешь, ну, супер, от ПТ. Я попросил максимально разнообразить ПТ. Ну, нас интересует больше всего, что нас интересует 704-й раз, Борщ 2, Е25 обязательно. И какую-нибудь тяжелую ПТ бы взять тоже, не знаю, типа Ягдпанзера или что-нибудь такое, если есть у кого-то. Если нету, то хрен с ним, не будем ждать. Давай я ФВ возьму. Давай, бери ФВ, Макс. Сейчас они, короче, встанут все примерно на одном удалении от меня, да? Без кустов, то есть и каждый будет стрелять просто в воздух, да, и я буду подъезжать, посмотрим, как они светятся вообще в поле, в чистом, потом также с кустами. Давай, все, запускай. Можно поехать. Ты берешь МТ-25? Да, смотри. Почему нет? Я не хочу брать, то есть, что-то с дико крутым обзором, типа Паттона, смысл просто.
Это обычный такой средний. Я просто думаю, мог бы взять у 9 левела хотя бы технику, но чтобы она приблизительно была по уровню сражения с этими. А зачем? Потому что ребятам сейчас МТ-25 увидеть, ну, я думаю, будет непонятно. Ну, блин, ладно, сейчас поменяю, хорошо. Ну, подумай, что ты 9 левела. 9 именно? Ну, 9, да, то есть усредненно, смотри, тут получается... Ты, блин, у меня 9 уровня, 54 только есть, наверное. Ну, вот возьми. И пойдет. Так, окей. Вот 54, то есть обычный танк, тот, ну, подобный тем, на которых все катаются. То есть, которых страдает от ПТ, ну, периодически, да, когда им заносят там из ниоткуда. И будем смотреть, то есть, как он вообще видит. Сейчас, наверное, как сделаем? Сначала проверим, как в чистом поле все это, то есть, работает. И просто встаньте где-нибудь возле коровников там. Точнее, нет, коровники у меня. Возле, коровников, ну, ты. Да, у коровников я. Встаньте просто и попробую я вас, не знаю, где-нибудь там в этот, в рядочек. Ребят, ну по мне сориентируйтесь. Да, Макс покажет, и я просто посмотрю, с какого расстояния они светятся. Ну, после выстрела. Именно маскировку после выстрела, то есть изменили. Не просто, а после выстрела. Ну или во время выстрела. Вот я слегка выехал на поле. На поле, так, ну, я вижу 704-й. Ну, 704-й ты видишь, да. Мы стояли на респе. Ну, сейчас давай мы подъедем. Пускай... Вас кусты закрывают, вам же сказали, надо чистый эксперимент. Чистый, без, да, просто без кустов, то есть не прячьтесь. Примерно на одну линию все должны выехать. Я потом отъеду, чтобы вы пропали за света, и попробуйте выстрелить. Все вроде, да, все светятся. Так, я вижу Е25, Борщ, 268, Объект, Е25, Фош и 183. Все. Так, теперь я отъеду, чтобы все пропали за света. Не стреляйте пока. Тут, блин, тоже кусты уже пойдут сейчас. Так, осталось только... Блин, тут кусты, черт возьми, как это все сделать-то? Уедь за кусты. Так за кусты, тогда не будет работать ничего. Так, я, наверное, блин, я не знаю, как тут... 200 метров. Но я, ну, вижу, да. Я вижу фош вот сейчас. Кроме фоша никого не вижу. Вот сейчас увидел еще 2704. И это. Так, давай, короче, я уеду вот туда вообще, то есть за кусты и на возвышение. Там должно быть видно. У нас нету, к сожалению, специальных каких-то полигонов, где можно вообще там все настроить. Вот сейчас, по идее, я все еще почему-то вижу фош. Почему? А, вот все, перестал видеть. Ну-ка, выстрелите. Фош вижу, вижу 268, борщик даже увидел. 704, 183, Е25 только не увидел. Видны все, кроме Е25. У Е25 дульного тормоза нет. Да, то есть, сколько тут метров-то? Ну-ка. Что-то я даже не посмотрел. 400. 400 метров. То есть, ПТ-шки в чистом поле светятся с 400 метров, да? При том, что обзор у меня сколько там, блин, я забыл, 54-ки. Ну, у меня оптика стоит там, что-то в районе 420. То есть, ПТ не смогут больше вам накидывать, то есть, вот с поля просто. То есть, вы будете их видеть. Ну, имеется в виду крупнокалиберные ПТ. Ну и не забывай, что и мы тебя видим как в чистом поле. Не, ну это понятно. Ты сразу пропал из-за света. Это понятно. Вот сейчас я вас не вижу опять. Вот увидел борщ. Но раньше бы я этот борщик никогда в жизни бы не увидел. Абсолютно никогда. Ладно, давайте теперь встаньте где-нибудь. Давайте вы лучше приедете вот сюда, где я сейчас. Хотя, так не надо по мне стрелять. Этот, или просто сможете все спрятаться за кустами примерно там? Ну вот, без... за коровниками. Ты у КТ-шки спрашиваешь, можем мы спрятаться или нет? Спрятаться... Мы сейчас так спрячемся, что ты нас не найдешь. Нет, спрятаться надо так же, на одной линии примерно. Там вот спрячьтесь в кустах возле коровников и потом постреляйте тоже. Проверим. Далеко уехали. Да, но на ближней линии там встаньте. Тут-то попроще с этим.
Ну, 400 метров, я считаю, это неплохо. То есть, действительно, не получится так. Вот как раньше, 704-й стоит посреди поля и просто с 300 метров лобит, и никто его не видит. Все спрятались за кустами. Что там, 15 метров надо же отъезжать. Да, на 15... Нет, на 15 метров вы не засветитесь, понятное дело. Видишь? Что? Ты нас видишь? Нет, так вы на 15 метров, конечно, не увижу. Там куст, как физический объект. Да мы не стреляем пока еще. А, ну стреляйте, окей. Вижу. Вижу Е-25, Фош, 268, Борщик, расстояние 270 метров. Е-25 и ФВ. Я от куста отъехал, поэтому сейчас подъехал к кусту, естественно, меня увидишь. Окей, я подальше еще немножко отъеду. Метров на 300 хотя бы. Вот, 300. Он же не дает блокирующего эффекта, если ты перед ним стоишь. Ну, хрен его знает, знаешь. Проверить, не стоит проверить все равно. Так, борщ вижу. Е-25 вижу, объект вижу. Е-25 вижу, Фош вижу. 183 не вижу. А меня не увидел. А ФВ не увидел, да. Да, спокойно стрельнул. То есть вот такие дела. ФВ-183 самое это, беспалевное ПТ. Ну, калибр как бы. Меня тоже не видишь, потому что я на 15 метров отъезжаю, и все нормально. А ты, Макс, тоже отъехал на 15 метров? Да. Я отъехал от куста на 15 метров. Ну, то есть, короче, если будут отъезжать, то это, ну... то светиться все равно не будут. Но если они не будут отъезжать, а далеко не все знают ПТ-воды профильные, что надо отъезжать, то все будет ок, и светятся они хорошо. То есть, ну, это такой очень предварительный тест, говорю еще раз, надо сравнивать, рядом ставить, то есть старый патч, новый, прям проверять все, чтобы четко было. Так это все так. Все понятно, в общем, да? Условно, да, можете убивать меня. Все, меня убили. Ну и в принципе все остальные изменения, они носят чисто косметический характер, то есть там поправили вылеты, там это, там подтянули, это, ну как бы смысла перечислять нету, можете зайти сами на сайт танков и прочитать. Наша задача была просто показать вам тем людям, которые не могут скачать клиентам, у которых интернет плохой, там, тем людям, которые не могут зайти там по каким-то причинам, чтобы была возможность просто посмотреть на эти изменения. Вот, наверное, так что на этом будем закругляться. Спасибо огромное тебе, Миша, и тебе, Макс, за участие в сегодняшнем ролике. Да, и спасибо ребятам из клана, что тоже согласились поприсутствовать. Без них бы не удалось сделать этот ролик настолько, скажем так, полным. Вот, ну, если видео вам понравилось, там, ставьте лайки, как обычно. Там, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Если есть какие-то замечания у вас там, или, как я сказал, дополнения, то оставляйте тоже их в комментариях. Так что все, скоро увидимся, всем пока. Ну, прощайтесь. Всем пока.